Всем привет, с вами Виктория. Сегодня приготовим вместе один из рецептов греческой кухни – греческий салат. Приготовить такой салат можно как на каждый день, так и на праздник. Оставайтесь со мной, если я вас заинтересовала. Яйца нужно отрезать попки с двух сторон и почистить его от кожуры. Если у вас огурцы с тонкой кожурой, то можно оставить. У меня вот такая кожура уже немножко подвядшая, поэтому я убираю ее. По рецепту нужно удалять кожуру огурцов. Многие также удаляют семена у огурцов для того, чтобы приготовить греческий салат, но я этого делать не буду. Для этого салата все овощи нужно нарезать примерно на кусочки одинакового размера и не мелко, кусочки такого среднего размера, примерно вот такие. Не слишком крупные, но и не мелкие. Сначала овощи я буду перекладывать вот в такую емкость. В любую удобную для вас емкость перекладываем. Теперь нарезаем помидоры. Помидоры сначала разрезаю напополам, убираю сердцевинку. И каждую половинку буду разрезать примерно, сейчас посмотрим на какой, вот примерно вот на такие кусочки, чтобы были кусочки все примерно одинакового размера. Сейчас скажу, ну сколько вот. На 4-5 кусочков каждую половинку нарезаем. Другие рецепты, которые уже есть на моем канале, все ссылки я вам оставлю в описании под видео. Недавно я готовила салат мимоза, очень вкусный рецепт, рекомендую. Помидоры тоже отправляю к огурцам. Теперь займусь болгарским перцем. Я взяла перец двух сортов. Я буду использовать половинку красного перца и половинку желтого перца. Этот перец у меня уже очищенный. И очищаю желтый перец. Болгарский перец буду нарезать кусочками среднего размера, примерно вот такого. Если у вас перчики маленькие, то берите по одному перчику, один желтенький и один красный. Перец тоже отправляем к другим овощам, к огурцам и помидорам. И теперь займемся луком. Для этого рецепта лук нужен красный. У меня сегодня нет красного лука, поэтому я буду нарезать лук вот такой, обычный репчатый лук. Нарезаю лук полукольцами, тоненько-тоненько стараюсь. Лук я немного вот так разделала руками, чтобы было потоньше. И отправляю к остальным овощам. Нарезаем зелень. У меня сегодня чесночные перышки молодые. Их очень часто используют во французской кухне, я их очень люблю. Можно резать любую зелень, ту, которую вы любите. Укроп, петрушка. Ну, в основном для этого салата используют петрушку. Также для этого салата понадобятся маслины. У меня маслины сегодня и черненькие, и зелененькие. По рецепту нужны только черные. Но я возьму немножко тоже и зеленых маслин. Черные, значит, одну часть маслин я буду нарезать, а другую часть просто положу сверху на украшение. Нарезать вот так вот колечками. Маслины отправляем в салат. Отправляю сюда зелень. Приготовим соус для салата. Для этого нам понадобится примерно 4-5 столовых ложек растительного масла. Можно брать масло разных сортов. У меня сегодня подсолнечное масло и масло, смесь разных масел. Берите те масла, которые вы больше любите, но когда смешиваете масла, то всегда получается очень вкусно. Я добавлю 2 столовые ложечки подсолнечного масла и 3 ложечки смесь масел. Здесь разные масла. Добавляю 1 столовую ложку сока лимона. У меня уже готовый сок лимона. Сок лимона можно заменить уксусом. Перемешиваю немного. Солю. Перчу. Соль, перец по вкусу и добавляю орегано. Хорошо перемешиваю. В этот салат
многие, я видела, добавляют чеснок, но по рецепту чеснок добавлять не нужно. Поэтому вы смотрите, как хотите. Я не добавляю чеснок. Соус готов. Теперь я буду нарезать сыр фета. У меня 200 грамм. Нарезаем кубиками среднего размера. Добавляем сыр фета в салат. Поливаем салат заправкой. Заключительный этап, хорошо перемешиваем. Хотела отметить важный момент, что поливать салат заправкой, перемешивать его и выкладывать сверху сыр фета нужно непосредственно перед его подачей, а не заранее. Также украшаем сверху при желании салат маслинами и подаем к столу. Получается такой салатик очень-очень вкусный, обязательно попробуйте. Рекомендую. Если рецепты видео вам понравились, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Для меня это очень важно в продвижении моего канала. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами.